Фото должны помочь раскрыть преступление. В социальной сети появились кадры, на которых таксист избивает пожилого человека. Фотографию выложила иркутянка, которая заказывала такси. Нам удалось связаться с девушкой по телефону. Она рассказала, что все произошло в районе поселка Энергетиков. Когда девушка приблизилась к машине, увидела, что у водителя в руках бита, а мужчина лежит на земле. Как удалось выяснить позже, пожилая пара подошла к таксисту, чтобы попросить не выбрасывать шелуху от семечек на дорогу. Мужчине такое замечание не понравилось, и он стал замахиваться на женщину бейсбольной битой. Дедушка заступился за свою супругу. По предварительной информации, за это таксист и ударил его. Сотрудники полиции начали проверку по этому факту. Машина объявлена в розыск.